with me tonight. Let's go to far off places and search for treasures bright. Come dream with me tonight. Let's build a giant airship and sail into the sky. Let's watch the ground so far below. Let's watch the birds as they fly by. Fly so high. Come dream with me tonight. Приключения Тедди Ракспена, автор идеи Кен Фосса. В нашем последнем эпизоде Гимми, Грабби и я совершили аварийную посадку в Великой Пустыне. Нас застало огромное землетрясение, и мы едва не потеряли Грабби. Но позже мы действительно потеряли его, когда он был схвачен и заключен в тюрьму странными существами, называемыми грязевиками. Мы сбежали с принцем Эрином, но по-прежнему с нами не было Грабби. Мы отпугивали грязевиков ярким светом и в итоге улетели. По-прежнему преследует Вига. Хотите выяснить, что случилось дальше? Смотрите этот эпизод «Приключения Тедди Ракспена». Гости Гранжи. Продолжать так держать. Мы почти что там. Почти где гиммик. Ну почти. Я хотел сказать, что мы на пути к следующему. Иными словами, ты не знаешь. Ну конечно же. Но мы можем хорошо провести время. Если только Твик не обставит нас в своей карте, разумеется. Этот тип Твик, похоже, довольно-таки нехороший парень. О, он такой есть, принц Эрин. Самое точное определение. Вести этот воздушный корабль тяжелая работа. Мне нужно выпить холодной воды. Прости, Грабби. Но кажется, у нас нет ни капли. Это должно быть серьезно. Далеко без воды не улетишь. Хотелось бы отметить, что это куда как более важнее, чем еда. Вот, Грабби. Позволь мне бросить это тебе на некоторое время. Эй, посмотрите там снизу. Я вижу водопад. Что это за существо? Я не знаю, но смотрится опасным. Нам надо увести его оттуда. Эй, простите. Что надо? Да дадите нам набрать немножко воды, пожалуйста. Нет, пошли отсюда. Эй, ты, пошел отсюда. Ты еще сказал? О, у нас миссия по поиску принцессы Рузи, и... Ты можешь знать, где она есть. Проваливайте! Катитесь! Ты сказал принцессы? Да, принцессы Рузи, сестры принца Эрина. Как же она потерялась? Вообще-то ее похитили. Похитили? Кто же мог похитить принцессу? Это же... Мы не знаем, кто и зачем ее похитил. Все, что я знаю, что я должен вернуть ее. Ну, мужики, вам надо побалакать с волшебником. Волшебником? Да, с волшебником. Он знает все. Он скажет вам, где ваша принцесса. Ну, чего ждем? А ну, потопали. Еще чуток топлива, Грабби. Похоже, нам не хватает подъемной силы. Я не могу дать больше топлива для этого существа. Это бесполезно. Мы везем слишком большой вес. Ладно,
я сваливаю. Но как найдем мою сестру, если ты не покажешь нам путь к волшебнику? Ну, пойдем пешком. Давайте. Почему бы нам просто не прилететь туда в меньшинстве? Пошли. Это всего лишь путь по джунглям. А что это за джунгли? Джунгли без имени. Но мы еще не там от вас. Когда ты перестанешь меня спрашивать об этом. И меня зовут Твиг. Т-В-И-Г. Да, Тил. Т-И-И-Л. Мы, вероятно, будем на горе сокровищ сейчас. Если ты не затащишь нас куда-то, где мы потеряемся. Я не потеряю нас, Твиг. Ты же водитель. Ну, я взял все в свои руки. И полностью прочитал эту карту. Когда думаешь о том, сколько мы прошли в борьбе за эти сокровища... Да, забудь об этом. Ты не сможешь прибрать мою долю сокровищ. Это работает каждый раз. А сейчас поторопись и убей. Торопись и убей, торопись и убей. Но неужели так трудно объезжать эти колдобины? Если ты хочешь что-то сделать, то лучше сделай это сам. И всегда почти так. Если бы мы решили поплавать по пути, я бы прихватил свои плавки, Твиг. Эдди, у меня какое-то странное чувство, что за нами наблюдают. Наблюдают? Но кто? Не знаю. Это просто чувство. Но я ничего не вижу. Как и я, Грабби. Это, вероятно, вымысел твоего воображения. Это не вымысел. Это фобы. Все верно, мы фобы. Куда идете? Найти волшебника. И тут единственный путь, который вы можете идти к нему. Через джунгли. Но это единственный путь, который знаю я. Тогда реально пойдешь через джунгли, ты крут. Он ведь крут? Да, он крут, действительно. Он силен. А может быть даже храбрый и сильный. Что вы имеете в виду под тем, что он храбрый и сильный? И что вы говорите? Это вообще про что? Эй, вы, посмотрите на этого храброго парня. Я думаю, он не храбр. А я думаю, он глуп. А я думаю, он хорош. Он отважный парень. Он храбрый дылда. Это вы герой? Нет, это не мы. Мы всего лишь отважны. Отважны и храбры. Это чудесно. Вы такой храбрый. Этот большой мохнатый парень силен. Да, и к тому же отважен. Ты герой, реально отважный герой. И полный. Почему они это говорили все у нас? Я не знаю. Это не то, чтобы уж очень странное место, но джунгли без имени. Кажется, появление этих фобов было нормально, но явно преувеличено в их предостережении. Верно, гиммик. Пока я не вижу ничего такого, чего стоило бы бояться. Кроме этих парней. Эй, вы идете по нашим продовольственным запасам. По вашим продовольственным запасам? Да. Ты что не видишь? Ты раздавил наши овощи. Ой-ой, я думал, это сырники. Выращивать коренья я еще понимаю. Вы сырники? Сырники? Ты спятил? Это самый большой урожай, который мы вырастили за год. А вы, парни, шли прямиком по нему. Мы на самом деле, мы имели в виду, мы... Вы передавили все до последнего куста. Что теперь прикажете делать? Простите. Да, нам очень жаль, что мы попортили ваши труды. Что-то мы можем сделать. Да. Вы вообще кто такие? Меня зовут Эдди Ракспин. Я Илюх. Эй, этот парень, Тедди Даспин. Клоп. Что вы тут делаете на территории Гранжи? У нас миссия. Мы ищем волшебника страны Гранда. Затем мы собираемся спасти похищенную принцессу. Эй, а это что за картофельный жук? Уверяю вас, Грабби это не картофельный жук. О, нет. Тогда что он за жук? Он октопид. Фактически два ног, просто у него насчитывается ног побольше. У них 8. Что означает, что он может нанести больше урон нашему урожаю.
Мы будем счастливы заместить наш урон. Да? И чем же? Йо, я не знаю. Награды короля Нордбрайта, которые он заплатит за спасение его дочери, принцессы Ирузии. О, да. Конечно, конечно. Я полагаю, ты лично король Нордбрайт. Он мой отец. Твой отец? Тогда ты должно быть принц Эрин. Без балды. Принц Эрин. Без балды. Кто такой принц Эрин? Не знаю. Но раз ты принц Эрин, ты должен вернуться в нашу деревню и пообедать с нами. Спасибо, но никаких отговорок. К нам не каждый день заходят принцы. Да. Кто такой принц Эрин? Я не знаю. Не слышал о нем никогда. Принц Эрин, принц Эрин, принц Эрин, принц Эрин, принц Эрин. Ух ты, Тедди, какие странные здания, какие-то жилища. Это крайне интересно. Так вы тут гранжи проживаете? Проживаем? Но это место вашего обитания. Обитание? Я имею в виду ваши дома, жилища, ваши... Он имеет в виду, что вы тут живете? И все эти красные словечки только для того, чтобы сказать такую простую фразу. Почему бы вам не остаться на вечеринку? И не отметить праздник уборки урожая. Да, это в честь принца Эрина. Принц Эрин, принц Эрин, принц Эрин. Мы почтены гостеприимством, но мы не имеем времени на празднование. Мы должны идти и отвлекаться от нашей миссии. Знаете, принц Эрин, иногда мы можем останавливаться на отдых временами. И почему бы нам не остановиться тут, у этих очаровательных гранжи? Хорошая идея. И может быть у них есть какая-нибудь еда? Кроме того, это довольно вежливо принять их дружественное приглашение. Так и быть, мы останемся. Шеф, да, мы пригласили больше гостей. Убедись, что приготовлено несколько дополнительных овощей. Ты хотя бы заведомо мог предупредить меня. Так, что теперь взять-то получше? У меня и так забот полон рот. В конце концов, возьму немного вот этого. Не обращайте на него внимания. Гумба Гранжи будет просто мумбопрочительным. Прости, шеф, но что ты кладешь в Гумба Гранжи? О, это мой секретный рецепт. Щепотку витамина X, щепотку витамина Y, и вот особенный ингредиент, витамин Z. Только щепотка витамина Z. Он очень мощный. Скажи-ка, я не думал, что можно добавить туда пару корений. Корений? Да ты что думаешь, испортить мое творение? Я же художник. Сноб. Смотрите, это не простой суп. Он делает гранжи большими и сильными. Попробуйте. Ну, совсем чуток. Эй, я чувствую себя сильнее. Этого еще маловато. Можно еще? Тебе хватит, дружище. Слишком много может быть опасно. Ну, когда начнется празднование? Ну, это лучше устроить сейчас, в ближайшее время, а то суп остынет. Так, ладно, давайте музыку. Like a sponge, and some shout to let it all out. So if you're looking for fun, do the grunge, do it. Yeah, do the grunge, do it. All right. Now if you're already cool, you probably know it's easy to do. You just get up and go and do every move that you ever have done. Eliminate the duds. Get the groovy one. Do the grunt, don't stroll when you're on foot, but do it. Do it. All right. The buttonhole. Put your body and soul. Remote control. I'm trying to sing the grungiest rock and roll. Do it, do it, do it, do it, do the grunge. Do it, do it, do it, do it, do the grunge. Do it, do it, do it, do it, do the grunge. Do it, do it, do it. Rhythm like a sponge. Now get your body acting till you feel the knack, and then eventually you're gonna find you've done the grunge. Ёлки, Граби, никогда не видел, что ты так отплясывал. Я тоже, Тедди. Обычно я берегу 8 ног. Мой мастерский приз! Принц Эрин, вы в порядке?
Как ни странно, но я чувствую себя превосходно. Посмотрите на него, он растет. И все еще продолжает расти. Мы, наверное, положили слишком много витамина Z в бомбу. Эй! Ты стал таким же большим, как и я! Это что-то сделало тебя намного злее. Да. Эй, принц Эрин! Это я! Мохнатое нечто! Сначала они кинули его в мой суп, теперь они учинили тут полный бардак. Принц Эрин, что с вами не так? Эй, пошел вон. А ну полегче, принц. Ты можешь навредить кому-нибудь. Я не пойду останавливать его, если ты хочешь, ты иди. Я должен остановить его. Пожалуйста, прекратите. Это должно быть иметь какое-то научное объяснение. О, как я был неправ. Спасибо. Это был последний раз, когда я пригласил этих парней на вечеринку. Они разнесут всю деревню. Это ужасно. Есть какой-нибудь способ остановить это? Нет. Мы должны ждать, когда кончится действие витаминного супа. Нет. Это может быть крайне долго. Может быть. Принц Эрин, Мохнатый, ты в порядке? Думаю, да. Что случилось? Это все началось с супа. И кажется, вот о чем было предупреждение. Чувствую себя так странно, как будто у меня было большое приключение. Большое? Я бы сказал, просто гигантское приключение. Повернете вы этого большого камня и увидите крепость волшебника. Спасибо. Я уверен, что это все. Прости за недоразумение, Мохнатый. Я все еще не могу поверить, что мы сошли с тобой в бою. А я все еще не могу поверить, что ты уделал меня. А вам, милостивый государь, мой отец, король Норбрайт, будет рад оплатить весь нанесенный урон вашей очаровательной деревне. Конечно, выставлю ему счет. Но что делать мне с шефом? Он все еще расстроен по поводу супа. Кто-то упомянул суп? Заноси. О, да. Граби. Ты помогал шефу с супом? Да.
Я назову это гумба с жареными корнями от граби. Звучит отлично. Он сделает тебя большим и сильным? Надеюсь, что нет. Присоединяйтесь к нам в нашем следующем эпизоде нашего странствия к дому волшебника Гранда. Очень могучный, таинственный волшебник-индивидуал рассказал принцу Эрину, что его сестра в плену у ужасных воинов-гутангов в труднонаходимом городе. Мы проделали путь к городу и проникли в него, не будучи замеченными. Но принцессу он держали запертой в темнице, и нам нужен был план, чтобы вытащить ее. Все это в нашем следующем эпизоде «Приключения Тедди Ратпина». Я надеюсь, что вы будете с нами. I'm going to have my own series next year. Come join me and my friends for more exciting adventures very soon.